Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня суббота, 18 апреля, на моем канале новый хобби-влог. Да, это я достала свою кружку такую, она стеклянная или, ну, из чего, не знаю. Короче, бьющаяся, с силиконовой крышкой. Решила себе сюда сегодня для разнообразия сделать кофе. Это я вместо кулича испекла своей пожилой знакомой. Сейчас ей отнесу. И также сварила ей яйца и вот такие термоэтикетки для нее выбрала. Ну и то же самое сделала для себя. Вот кекс, чайный пирог. У меня есть рецепт на канале. И сделала два яйца. Тоже вот с рыбками, с такими выбрала. Ну, я как-то не запариваюсь по этому поводу. Я считаю, что нормально. Итак. А сегодня уже 19 апреля, воскресенье. Всех, кто отмечает Пасху, с праздником. У меня завтрак. Я пью кофе. Съела одно яйцо. И сейчас отрежу себе кекс. А сегодня уже 20 апреля, понедельник, 9:30 утра, я в 9 утра встала, сейчас сварила себе кофе, вот такую большую кружку, когда-то ее в Пятерочке покупала, что-то решила запустить большую кофеварку. Ну, все-таки кофе в маленькой лучше, но вроде бы я сейчас более-менее дозировку нашла. Вот. Вот. Мне интересно, сколько я еще хотя бы более-менее смогу быть на позитиве. Хотя, конечно, кто со мной лично общается, знает, что я не очень на позитиве, мягко говоря. Вот. Потому что я вчера вот пообщалась там с одним человеком, с другим. И, в общем-то, начинаешь понимать, что в конце этого месяца все это, ну, как сказать, оно не закончится, оно еще продлится. И, честно говоря, да. Ладно, не будем о грустном. Сейчас попью кофе, потом надо будет что-нибудь сделать, перекусить, но вообще, конечно, на голодный желудок пить кофе это плохо. Так делать нельзя, но я делаю. Попозже надо сходить с ушастиком погулять. По возможности хочу сегодня начать класть линолеум там, где я собиралась. Погода вроде в нас такая нормальная, скорее всего, тепло. Хотелось бы в это верить, но это мы проверим, когда пойду с ушастиком. Да, зелени все больше. Приготовила наконец-то себе завтрак, сейчас без 10:12. Ну, конечно, не инстаграмненько, но как есть. Обычно я ем овсяную кашу. Сегодня сделала яичницу с кукурузой и даже нашла в морозилке колбасу. Каша мне сегодня точно не полезет. Я вообще ничего есть не могу на нервной почве. Поэтому надеюсь, что, может быть, это я смогу съесть. Сейчас я крашу волосы, уже краску нанесла, поставила таймер на 35 минут и потом все это смою. Как всегда, у меня оттенок 7-4 рыжий. Ну вот раньше он, конечно, выглядел и на упаковке поярче, и краска была более стойкая, но, в принципе, в любом случае нормально. С кончиков она не съезжает, в
первую очередь, это очень важно для меня. Ну, вот когда волосы, допустим, если я знаю, что мне нужно покрасить, я их не мою неделю, благо они выглядят у меня все равно хорошо, вот после наносишь на грязные волосы, как тут написано, и цвет более яркий. Я просто уже проверяла разницу между нанесением на грязные, на чистые волосы, и грязные тоже там 3 дня или 7 дней. А разница действительно такая большая. Я сейчас смыла краску с волос, немножко все впитается, расчешу, нанесу там всякие средства, которые я обычно наношу на волосы, и хочу накрутить. А сейчас пью свой протеинчик с кефиром. Такая все-таки вкусняшка, обожаю. Ну а сегодня уже 21 апреля, вторник, и я продолжаю свой лайф-влог. Я сегодня встала в 9 утра, и знаете, не буду врать, что в очень хорошем настроении. Нет, я начинаю, конечно, день, стараюсь с улыбки, с пожелания там доброго утра своей собаке и так далее. Занимаю всяческими себя делами. Кстати, видите, у нас достаточно сильный ветер. Но вот у меня депрессия, да, проявляется всегда так, что мне сложно встать. То есть если я нормально легла, нормально встала, ну, как бы проснулась, то есть много спала, но при этом не выспалась, это уже какой-то признак депрессии. А сегодня, видимо, какой-то пик, потому что я встала, мне казалось, что у меня болят все суставы, хотя, ну, это я позавчера хорошо потренировались мы с Аней, вот. Ну, в общем, у меня было чувство, что я просто, ну, хотелось продолжить спать и желательно хотя бы целый день, а желательно несколько суток. Ну, понятное дело, что собаку-то надо выгуливать, хотя если бы ушастик, ну, себя чувствовал сейчас хорошо, то я могла бы его выгулить один раз в день и все, но у него прием лекарства по часам, поэтому нет. Ну и потом, я прекрасно понимаю, что, ну, завтра же все это безобразие не прекратится. Вот. Так что я встала в 9 утра, пила кофе, раскрашивала, старалась отвлечься. Потом, да, вчера же я покрасила волосы, накрутила их. Ну, не могу сказать, что накрутка как-то долго продержалась. Сейчас я нанесла макияж, чтобы не распускаться. Сейчас попью кофе и буду разбираться в гардеробной. Потом мне предстоит, конечно, пойти с собакой. Мне сейчас вообще любые действия, в том числе пойти с собакой, это какой-то выход из зоны комфорта. Но, в принципе, я знаю, что делать в таких ситуациях. Просто идти и делать. И потом кайфовать от того, что это сделано. Вот, а не чувствовать себя очень такой ледиской, которая ничего не сделала, и что это еще предстоит. Но я все-таки немножко потяну время. Но тем более, что все равно собаке сначала надо дать лекарство, подождать 40 минут и только потом идти. Я сейчас развесила белье, которое постирала, и уже сложила то белье, которое высохло. Это у меня там видно из-под серванта торчит остатки стройматериалов с прошлого ремонта. Не то, что вот я сейчас заказала, а с прошлого ремонта. Это я буду выбрасывать скоро. Вчера чисто случайно получилось, что ушастый попачкал вот этот вот мешок, ну, это кресло-мешок. Он обычно ничего не пачкает. Ну, так получилось, короче говоря. Он не специально. Но его давно было пора стирать, поэтому я его сняла, постирала. Вот сейчас буду снова вставлять, так сказать, кресло в этот чехол. Ну, в общем-то, проблема в том, что
Так, сейчас я покажу. Вот здесь еще один сверху, видите, чехол такой. Это был первый. Там внутри внутренний чехол, который очень частенько рвется. Поэтому, когда я второй раз сменила, и он тоже порвался, мне это надоело, я решила, что пусть там эти внутренние чехлы остаются, но этот вот чехол внешний тоже станет внутренним. И я в качестве внешнего купила еще один. Но... Короче, сейчас я покажу. Так, я без штатива. Короче, видите, вот эта верхняя часть, здесь отверстие. И пока я там их не зашила вот таким вот образом. Ой, сейчас покажу. Вот. Шарики оттуда высыпались. И когда я вчера доставала этот мешок из чехла, то... У меня просто дома как из этих шариков как снег был. Поэтому я пока этот чехол очистила, чтобы можно было в машинке постирать. Здесь шарики. Это вообще была, конечно, какая-то мини-катастрофа. Ну, сейчас я вот буду пытаться вставить. Это тоже непросто. Сюда этот мешок запихнуть. Ну, зато будет теперь чисто. Но, честно говоря, это, конечно, это что-то. Такой оттенок у меня получился на волосах. Ну, как всегда, яркий, меня полностью устраивает, в принципе. Я накрутилась вчера, но в итоге, поскольку на улице влажность, дома вроде топит у нас очень сильно, но все равно, короче говоря, не задержалась у меня накрутка на волосах, хотя такое бывает крайне редко, но сейчас не хватает времени. То есть я днем помыла волосы, накрутила, и до вечера они у меня не высохли. Потому что ж еще бигуди-то я использую вот эти вот, ну, которые закручиваются. Так, ушастик пришел. О, надо же, как на вспышке у него глаза сверкают. Ну вот, и, короче... Они были мокрые, я их раскрутила, посушила феном. Ну ладно, зато хотя бы объем есть. Ага, ветер у нас вроде бы стал потише. Сейчас минут через 30 я уже пойду гулять с ушастиком. Ну, как видите, у нас народ все равно ходит, кучкуется, в общем... Вот так вот. Я пока что буду, значит, вытаскивать все из гардеробной, но я сниму отдельный влог, потому что у меня получилась масса всяких фрагментов, и, в общем, я смонтирую, и лучше будет следующий влог, чтобы и затянуто не было, и как-то... И лучше почаще, чтобы выходить. Если данное видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Огромное вам всем спасибо за просмотр. Здоровья, хорошего настроения и всем пока-пока.